Оппозиция Венесуэлы проводит операцию «Свобода». Тысячи жителей страны вышли на улицы городов с требованием отставки президента Николаса Мадуро. Десятки тысяч активистов вышли в среду, 10 апреля, местное время, РЕД, на улицы городов Венесуэлы, чтобы в очередной раз потребовать отставки главы государства Николаса Мадуро. На демонстрации в Каракасе временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал своих сторонников не останавливаться и продолжать борьбу за свободу страны. Акции протеста, проходящие в десятках городов Венесуэлы, оппозиция называет операцией «Свобода». Очередную вспышку недовольства населения вызвало, кроме прочего, новое массовое отключение электричества 9 апреля, ставшее в Венесуэле пятым по счету блэкаутом с начала 2019 года. Причиной гуманитарной катастрофы было не землетрясение, не ураганы, не война, а коррупция, недееспособность, разрушение правопорядка и, в конечном итоге, установление диктатуры, написал Гуаидо на следующий день на своей странице в Твиттер. По данным ООН, на сегодняшний день около 7 миллионов жителей Венесуэлы не получают полноценного питания и не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Это 24% населения страны. Источник. Русская служба DW. По материалам сайта news.com.